Он спросил, есть ли разница слушать товарищей на семинаре или слушать Зоар. Я думаю, что слушать товарища более эффективно, полезнее. Там есть много внутренней борьбы, много расчетов и много возможностей. В то время как Зоар — это проблема. Я бы сказал, что при условии, когда он готов отменить себя перед теми, кто написал Зоар, и находиться с ними, как будто бы он среди них сидит. Среди тех 10 людей. Так, представить себе, насколько он склонялся перед ними, принимал то, что есть у них. Но все-таки это не то же самое, что с товарищами. Не настолько.